зам ваш не должен был присутствовать тоже на сессии? Насколько мне известно, зам болеет. Да. Кроме того, 29 числа связывался с работниками аппарата, с Моисеевой Татьяной Владимировной. Говорил, что он находится на изоляции в связи с тем, что он инфицирован коронавирусом, находится у себя дома. Это информация прошла в Москве, что он находится в Петербурге, но стерпит эту способность. Ну, я не могу сейчас эти вещи комментировать, поэтому, как бы, ну, наверное, там, каким-то образом проверят, смотрят, где эта информация прошла, насколько она имеет под собой почву. Я сейчас сложно. Сергей Николаевич Никитин мне говорил о том, что его зам находится на больничном в связи с тем, что он инфицирован коронавирусной инфекцией. Поэтому больше, по большому счету, добавить ничего не могу, кроме того, что я озвучил уже на сессии. Он 29 числа звонил представителям аппарата, это Моисеева Татьяна Владимировна, сказал, что он находится на изоляции в поселке Ястребово в своем доме. Ну а как на самом деле происходит, я не знаю, мне сложно сейчас комментировать. Я думаю, что если это будет опубликовано, соответствующие структуры каким-то образом будут реагировать на эти вещи, если это действительно информация, имеет под собой какую-то почву. И получается, ни справок официальных, ничего нет, что ну, действительно болеет. Справки, как показывает практика, предоставляются после того, когда получаешь больничный на руки. Сергей Николаевич, а если больничного не будет, это как-то грозит правомощности сессии? Значит, давайте так, давайте как бы импровизировать и фантазировать на эту тему, как бы смысла сейчас нет. То есть надо дождаться просто либо выхода, либо болезни, либо каких-то официальных документов или комментариев по этому поводу самого Евгения Валерьевича, а потом уже как бы думать, что будет дальше.